Всем привет, с вами канал Пучхук, мы играем в Тропика 5, это будет обучение песочницы, развитие нашего нового города, и мы продолжаем играть. Так, вот видим, что мы в прошлом выпуске смогли сделать. Исследование, выбираем исследование, изучаем бумага, бюрократизм и конституция. У нас осталось 7 месяцев до выборов президентов. Я думаю, мы победим, потому что у нас тут уже нормально тут все развивается. Может быть, тут что-то будет неплохо для строительства. Тут ужасно, тут на песке ничего не будет расти. Понятно. Бананы. Круто. Табак давайте будем выращивать. Тут ничего. Одни бананы, какао. О, какао будет неплохо расти здесь, в этих местах. Давайте еще одну плантацию. Только теперь уже кофе, кукуруза, хлопок, ананасы. Давайте сахар, тут тоже сахар неплохо будет. Видим, какие у нас поля. Его большие поля. Величество. Ранчо можно будет тоже построить. Ну тут давайте построим. И построим еще. Так, что мы можем еще построить? У нас так вот все забито. Давайте построим. Особняк нет, не стоит. Наверное. Так, ну пока что даже не знаю, что нам можно построить. На этом месте давайте построим фазенду. Так, вроде бы. А, тут, не знаю, еще два места есть. Думаю, нормально. Можно жить хотя бы. Так. Строительство идет полным ходом. Так. Торговлю. Давайте какую-то торговлю. А, у нас порт еще не закончен. Так, шахта закончена. Нет. Нет, шахта не закончена. Давайте тогда построим бюро строителей. Так. Прям и прямо за нашим дворцом лачуги находятся. Позор, конечно, нашим тропиканцам. Оскверняет так честь нашего президента и президента. Банда пиратов явилась за вашими сокровищами. Это катастрофа. Революционеры требуют, чтобы вы оскорбили короля. Лучший способ оскорбить короля — соблазнить королеву. Это совершенно очевидно. Вы написали замечательные стихи о страстях, раздирающих человека. Но королева ничего в них не поняла. Вам отказ. Да зря, конечно, я это сделал. Ой-ой-ой, здесь пираты. Нужно построить как-то сторожевую башку. Вышню давай. Башню построим. Здесь. И построим военный форт. Так, здесь не можем. Нет, не можем. Тут тоже не можем. Тут-то мы хоть что-то можем. Да, здесь тоже можем. Давайте быстрее, ребята, стройте, потому что сейчас нас могут уничтожить полностью. Тропиканцы новые пришли к нам. Видим, что они творят. Козлы такие.
Давайте построим быстренько. Дружище, вы оказались в трудном положении. Торжевую вышку вот тут еще построить нужно будет. Здесь. И вот тут давайте. А также вот здесь. Надеюсь, хоть что-то у нас удастся. Твое правление изжило себя. У нас армии нет, так что... Слава, а, вот они, наши солдаты идут. Ага. Его величество... Остановить, у нас нет денег. Ну, сейчас я форт отстрою и кранты будут этим пиратам. Планы его величества срываются. Восстание мы никак не могли допустить, поэтому я не стал идти против революционеров. Так, давайте здесь высокий приоритет выберем. Его королевское величество велел мне доставить вам это письмо с благодарностью за верную службу. Давайте субсидируем бюджет. Так, восстановить. Да, давайте восстановление. Похоже, сокровища, о которых мне говорили, на самом деле природные богатства. Впрочем, любое... любое сокровище лучше, чем отсутствие сокровищ. Наши шахтеры наткнулись на самородок забавной формы. Если прищурить один глаз и чуть наклонить голову вправо, он очень похож на... Давайте продадим самородок, потому что мы скоро будем провозглашать независимость, и мы будем независимы уже от короля. Будет своя армия, свой флот. Вон экспорт с тропика, по-моему, сейчас упал на небольшую такую цену. Давайте быстрее, блин. Хоть что-то уже отстроили. Нифига не отстроили. Халтурщики, блин. Президенты, нам пришлось вытерпеть 1000 порезов, но мы... Теперь мы можем что-то изучить. Да, мы можем газету открыть. Собственно, газету Тропика. Вот тут давайте откроем. Требую уже порт можно было подкрыть, чтобы добавить еще одно новое торговое соглашение. Так, лесопилку придется снести, потому что тут дерево уже на исходе, видим, тут парочка деревьев осталось. Рабочий появится со временем, ничего страшного. Нормально, нормально. Давайте быстрее строительство ускоряйте как-то, как-нибудь. Можно нанять. Тоже можно нанять. Так, давайте зайдем в альманах, посмотрим, сколько у нас безработных. Один человек, вакансии 20. Народ сколько? Рождаемость 4. Миграция 17, миграция 0. Смертность 2. Безработные, работающие. Неработоспособное население. Так, чего у нас не хватает? Извлечение прибыли. Религия. Культовые здания, экономика,
Доход, расход, коррупция. Коррупции вообще здесь, по-моему, у нас нету. Можно сделать какие-то указы. Можно сделать указы, конечно. Издаем. Давайте, конечно. Право на оружие. Фонд помощи. Ладно, пока что остальное мы ничего не будем изучать. Видим, строительство идет. Шахта все начала работать. Отлично. Надеюсь, нападений пиратов опять уже не будет. Конституция. Нет, ждать нужно пока что. 9 месяцев. Бюрократизм, конституция. Так. Дальше что у нас тут идет? Белый флаг. Посольство по хвалам, юридическое, электричество уже можно будет потом. В программе снабжения фруктами, разработанной его величеством, обнаружился один маленький недостаток. Она не работает. Корона полна решимости увеличивать количество фруктов до тех пор, пока она не... Не будем снижать цену. У нас экономика и так не резиновая. Прибыло двое иностранных рабочих. Видимо, у нас уже какой-то доход большой. Угу. Давайте сделаем большой сад. Нет, пока что давайте не будем его делать. Так, газета, маяк. Можно еще одну сторожевую вышку построить вот здесь именно. Прям за этим будет у нас. Экспорт значительно уже вырос. Отлично, старин. Давайте еще какой-то указ издадим. Так, на что там? Налог на что? Я не прочитал. Налог на богатство создает прибыль, размер которой зависит от количества богатых и очень богатых фабрикантов. Эти граждане теряют свое богатство и в массе своей перестают поддерживать режим. Нет, не надо, фонд при чрезвычайных ситуациях, ежемесячные расходы. Ну, давайте сделаем это. Отлично, старина. Вы обеспечили... Так, вот видим наш... Можно опять в разведочку уйти. Так, кстати, разведка прошла успешно. Что мы тут новое открыли? Ага, так. Хорошо, ладно. Я не против. Потому что нам уже не нужно это. Так, нет, не стоит. Можно построить ранчо. Ламы. Нет, вообще нет. Давайте, пока что место будет пустое. Горное дело мне не по душе. Хлопотно и вредно для нашего прекрасного острова. Но революция... Горное дело мне не по душе. Вроде у нас тут так железо идет. Полным ходом. Бокситы идут тоже. Так, давай шахта. Судя по всему, результаты королевской программы «Фрукты – залог здоровья» не так хороши, как хотелось бы. Его Величество заявил, что этот план слишком опередил свое время. Ух ты, у нас, конечно, денег вообще очень много уже. Что там с исследованиями? 2 месяца всего лишь осталось. Бюрократизм. Он подходит ко всему и обладает безграничным потенциалом к росту. Отлично. Так, теперь мы можем конституцию свою сделать. Так, тут вот человек охраняет нас.
Шахта. Не, давайте еще разведку нужно будет пойти, потому что вот тут, я думаю, неплохо будет. Так. И разведку еще давайте. Но это слишком далеко. И вот сюда разведку. Так. И все осталось. А нет, конституция осталась. Лагерь лесорубов. Порт. Так, подождите, мы порт, да, порт построили. Хорошо. Теперь мы можем еще одну торговую. Да, мы можем еще одну. Можем экспортировать доски. Экспортировать ананасы. Нет, это дешево слишком. Экспортировать кофе в страну. Контрабандисты, международная репутация, нет, это нам не надо. Вожу в страну контрабандиста. Хлопок давайте добавим. Пока что у нас слишком молодая республика, не стоит, я думаю, портить репутацию. Вот наша армия. Нужно больше этих блокпостов строить. Сторожевых вышек, то есть. Так, ну тут у нас вроде бы ничего интересного. А вот это вот, мне кажется, это у нас будет золото, если я не ошибаюсь. Война! Война никогда не меняется! Ну, сюда пусть идут. И построим мы пристань еще одну, давайте, что ли. Что? Нет. Давайте тут сад построим. Кажется, сад будет красиво здесь смотреться. И вот тут сад построим. И нужно дом строить, потому что у нас растет население, а домов мало остается. Вот так вот давайте. И вот тут еще можно будет построить тоже, блин. Тут тоже давайте построим сторожевую вышку. Так, отлично. Давайте ускоряемся. Отлично, в тропика новое население прибыло. Так, у каждого можно какие-то военные мужества повышать эффективность всех военных на следующие 5 лет. Конечно, издаем эдикт. Ой, указ. Активные. Военное положение. Нет, прекращает выборы, снижает уровень преступности и туризм, эффективность промышленных зданий. Разрешение на строительство повышает стоимость издания сокращения налогов. Перепись. Обнаружил грант с особыми умениями, подходящими для управления строительством. Тоже сдаем указ. Полезный указ. Указ, мне кажется, будет. Так, ну вот, пока что мы ничего не можем построить. Приближается юбилей Его Величества. Нет, не будем платить. Градостроительство, снижает стоимость жилых зданий на следующие 2 года. Нет, не стоит. Раньше шахта. Что у нас там, разведка? Что у нас нашла? Здесь что-то нет. Ничего, да? Плохо. Солдат всегда готов исполнить свой долг. Продолжаем расследовать. Тут, я думаю, тоже что-то будет у нас хорошее.
Так, ну давайте, нападайте, пираты. Быстрее, быстрее, чтобы мои войска разбили вас. Президента, метеоролог из меня не получился. Я предсказал тёп. Ой-ой-ой, ураган, боже ты мой. Фу, я не знаю, что тут сейчас будет. Но одно здание развалилось. Благодаря вашим усилиям революционное движение крепнет. Теперь можно, я думаю, торговать с контрабандистами начать. Президент, ой, что это я? Губернатор, остров готов к революции. Да, давайте провозглашаем. После урагана хотя бы. Потому что... Я снова в игре. И теперь я могу тот... Так, давайте быстренько восстановим. Не вы, губернатор. Мы. Когда срок ваших полномочий стал... Угу. Так, это что, это конец был, да? Вот такой вот у нас конец неожиданно, дорогие друзья. Я еще раз попробую это сделать, но уже в другом видео. С вами был канал Пучхук. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, до новых встреч.